Паша переведет эту фразу интересную на австрийском. Я сразу не вкурил, что она там, где кто там. Я так это смотрю, ноги чьи-то торчат. Но эти два, получается, их обогнали, да? Я вижу минибус и это, и все. Сейчас, может быть, будет прямая. Да, дядя Миша? Да. Осталось три машины. Не, ну я имею в виду с бусом, если, по-моему, там или... А, да, нет, только одна. Две. Ну я имею в виду, что... А, три, да. Я думал, только это и минибус. Да, такой туннель тоже тяжело было построить. Это что за замок? Это капелла, типа капелла, ну как вам сказать? Типа часовня какая-то. Да, нет. Так и есть какая-то. Ну, среди для гор... монахов что-то типа. Вот. А справа, Паш, поснимай справа, смотри. Угу. Видишь, снег там ведет, уже фура вся в снегу. Вот это озеро внизу какое офигенное. Знаешь, нифига не особо. Это сцикотно. Так минибус ускорился, чё? Блин, это просто пипец. Вот там вот руины какого-то замка Зигмундсбург написано. Если ее видно. А можно не видно. А, да-да-да, о, я помню эти отвесные скалы. Видишь руины? Сцикотно-сцикотно. Это первый раз их видишь? Красиво, очень справа красиво. Справа, Михаил Александрович, такое, что там открывается на самом деле. Если будет сейчас какой съезд справа, ты возьми аккуратненько, буквально на 2 секунды. Здесь мост это будет или нет? Просто трендос. Это отвал башки на самом деле. Мы эту гору, по-моему, въезжать будем, насколько я помню. Но мы едем вверх. А? Так, сейчас спереди будет какой-то... Въезд в гору. Место какое-то. Какая-то вообще реально. Какая-то площадка на рассмотр будет. Ну, смотровая. Да, вот надо на нее это... О! Вот это ложбинка. Михаил Александрович, это ложбинка. Блин, смотри, куда едут. Это туда? А, точно, это тормозит всех. Сцеку, да? Пашка, видео снимаешь? Снимаю. Где-то спереди написано есть. Ну мы вот отсюда смотровая. Вот, как бы здесь смотри, так почти получилось. Да, там он еще, слышишь, машина, видно, идет, груженая, еле едет за нами. Чё она выбрала такую... тормозить не рекомендую. Чё она выбрала такую дорогу, интересно? А здесь вариантов? Я думаю, он в замок едет.
Нет, здесь нет вариантов. Тут как бы три дороги на самом деле. Либо через Зальцбург, когда она... Ну, солью сыпет. Потому что начали высылы появляться на лобовом. Блин, это, конечно, Петя, да. Это ребята Австрии. Блин. Это еще не Германия. Паша, ну согласись, это ребята какая-то. Тут, Петя, сколько тут, тут километр точно вниз? Больше, наверное. Блин, ты посмотри, какой обрыв вот едет, да, Миша. Вот просто, просто голову назад. Да. Ну, в Грузии тоже такие места, но там без леса такого, там такого нету. Там просто обрыв и все. Так, смотри, вот они деревья, смотри, как они падают и лежат, Петя, видишь? Да, да. Слушай, как тут интересно, снегопад тут? Тут же реально, блин, эта фура нахрен поднимется. Не знаю, они очень быстро чистят, на самом деле, снегопады. Кругом снег, а дорога чистая, как бы, знаю. Либо много техники сразу задействуют, понимаешь? Но опять же, ее вывозить куда-то этот снег надо, они же будут просто сбегать. Mm-hmm. Опять же, если вывозить, его собирать надо, ну... Блин, ну что-то у нас вообще помалу все едет. Ну, время приезда передвинулось на 16.05. Ничего страшного. Ой, уже снег лежит, видишь? В гору поднялись, и уже снег. Там еще снега нет. Там замки, наверное, будет тоже снега. Видишь, Петя, вот этот период тоже специфический, да? То, что ты именно в такой межсезонье, да? Что мы можем сразу и то увидеть, да? Ну да. Не, серьезно, зимой же ты будешь только снег везде видеть. И как бы тоже не тот эффект. А тут, получается, мы вниз, травка зеленая. Вверх мы уже снег опять. Тут глинтвейн, там пиво опять же. О, да? Слушай, реально, ну. Михаил Саныч, ну все, ты подметишь, ну молодец. Ну да, еще сегодня утром зеленая трава в Австрии, да. А здесь снег уже плотно лежит и давно. Самая высокая точка. Да, то, что не самая высокая, но самая прикольная, атмосферная. Так я говорю, как они тут выкручивают, блин. Ну видишь, тут нету таких вот резких, как в Грузии, да, Петя? Там, слышишь, там сразу на 360 жух и пошел вниз, потом опять 360, пошел вниз опять. Нет, ну не 360, 180. О, смотри, какая фигня едет. Как он тут выкручивает, этот дядька. Дядя Миша. Да. На сравнении с Грузией, как здесь? О, смотри, это какую-то машину испытывает. Новая по... Это... Мерс. Нет, это что? Это Ламборджини. Ламборджини? Да, мне такие показалось. Да, новая Ламборджини. И он ее так замаскировал. Ну, типа. Это специально, чтобы не распознать модель было. А что нового? Испытывают. Опытный образец. В лесу. Вот здесь. Да, в дорогу. Так горы разные, разные условия. А. По сравнению с Грузией, здесь как? Лучше, хуже или такое же? Здесь, скажу так, это другое,
И тут, наверное, более это нельзя как-то... сравнивать. Нельзя. Ну, там тоже другое, потому что там тоже очень красиво. Там просто тоже космос. Там реально красивая природа просто. Тут другое. Тут, видишь, в основном лес и горы. А там горы, поля и тоже реки, там вот эти родники, которые с гор текут, тоже прикольно. Но дорога здесь лучше, да? Конечно. Там ты что? Там будешь ехать, полметра яма будет глубиной, блин, посередине прям. О, Павел справа, смотри, какая грень. О, а пускай это. Видишь, как она, туманчик. Добавлю звук вам, ребят.